Сезон лыж и биатлона закончился, а в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко консервируют снег. Осадки 30 тысяч кубов вывозят на зимнее хранение. В специальной яме они пролежат все лето, зато уже в октябре ими накроют 7 километров трасс. Кстати, российские команды уже сейчас заявились на осенние тренировки в Ханты-Мансийске. 2400 кубометров опила равномерно распределяют по поверхности хранилища. Такое одеяло, толщина его до 45 сантиметров, не даст снегу растаять или осесть даже в жару. А если будут лить дожди, опил впитает влагу. Все лето специалисты будут следить за сохранностью снежных масс. Средства, конечно, тратятся огромные здесь у нас. Без этого не обойтись. Некоторые говорят, а почему вы старый опил не используете? Ну вот, если сюда посмотреть, как можно старый опил использовать. Если ты его осенью начинаешь сдирать с помощью ретрака, он уже сыроватый. И в течение зимы он со снегом перемешивается и замерзает. А нам уже надо сейчас его использовать, закрывать. То есть его он практически уже не годный.